Ми вітання усім, хто щойно долучився до парламентського ефіру. Далі аналізуємо найбільш актуальні політичні події, які сталися як в країні, так і за її межами. Гість нашої студії – політичний експерт Дмитро Разумков. Пане Дмитре, доброго дня. Добрий день. Отже, в Україні наразі триває два судові процеси, до яких прикута увага як засобів масової інформації, так і широкої громадськості. Один із цих процесів – це процес по справі про вбивство Катерини Гандзюк. Наразі ми знаємо, що є підозра, яку пред'явили голові обласної ради Херсонської області. Ну і, власне, триває судовий процес, де обирається запобіжний захід. Яка ваша оцінка цієї справи? Чи був для вас прогнозованим такий розвиток подій? І наскільки це в рамках політичної кампанії передвиборчої, наскільки це може комусь грати? Знаете, на користь чи проти когось? Очень плохо, что мы такие вещи, как трагедия так, человека, как смерть человека, связываем даже не с политикой, связываем с тем, что у нас сегодня происходит избирательная кампания. Это на самом деле очень кощунственно, страшно и неприятно. Но, к сожалению, это факт. И определенный налет избирательной кампании тоже имеет место быть. Хотя говорить о том, что этот процесс находится сугубо в политической, даже не в политической, в избирательной плоскости, я бы не стал. К сожалению, очень долго длился он. Я боюсь, что если бы не было жесткого влияния со стороны отдельных общественных организаций, со стороны журналистов, если бы этот процесс, знаете, если бы это была не Катерина Гандзюк, а кто-то другой, которого меньше знали, меньше уважали, у которого было меньше друзей, и он сошел бы на нет. На сегодняшний момент, как ни страшно об этом говорить, но тем не менее, дело находится в стадии серьезного досудебного расследования. Есть задержанные, есть задержаны исполнители, задержаны одни из фигурантов, которым меняют организацию этого преступления. Правда, не совсем понятно, определенная однобокость, потому что, с одной стороны, там есть представители батьковщины, уже бывшие представители батьковщины, при том тоже странная ситуация, но надо определиться. Если он виноват, тогда и батьковщина принимает это решение для себя, но тогда они должны об этом говорить. Если же он не виноват, тогда возникает вопрос, да, почему да, человека исключают из партии. И когда начинают говорить, вот это там политический окрас, ну подождите, у нас что, только преступники находятся в одной там политической силе, или мы должны измерять вес этих преступников, находятся ли они в руководящих органах или о местной власти или государственной власти, или если бы это был простой рядовой гражданин, который находился в той или иной партии и был ее членом, то по большому счету точно такой же эффект можно было бы привязать. Но с другой стороны, есть еще вопросы и к главе облгосадминистрации. Об этом говорил отец Гандзюк, и он, в принципе, прямо, хотя я понимаю, что в определенной степени это играют эмоции, страшные эмоции, когда он говорит о том, что для меня и одна, и вторая политическая сила, имею в виду ББП и батьковщину, убийцы моей дочери. Возможно, это обобщено, я думаю, что, может, и не очень так корректно говорить, но, тем не менее, факт остается фактом. Тем не менее, следствие на сегодняшний момент рассматривает вопрос больше по представителю от батьковщины, по Мангеру. А с представителем от ББП такої однозначності нет. Хоча прокурор переконує, що немає тих доказів, і говорить, що у кого, якщо вони у когось є, то ну, прокуратура... отец об этом говорил. То есть я ссылаюсь на сегодняшний момент на заявление папы Гандзюк. Який говорив як про одного, так і про іншого. Да, говорил про одного и про другого. Я не знаю, мы с вами не обладаем материалами, да нам это и не положено знать, как ведется следствие, какая доказательная база собрана. Но чтобы снять любой резонанс, и чтобы снять разговоры о политической целесообразности, об использовании этого в качестве технологии во время выборов, хотелось бы, чтобы этот процесс был максимально, насколько это позволяет следствие, естественно. Пане Дмитре, дійсно, ми багато чого не знаємо. Чи варто очікувати цього разу, що цей процес стане показовим і, ну, і справа буде доведена до якогось логічного завершення? Не тяжело, честно, прогнозировать, потому что по логике вещей, то, что происходит, мой ответ должен быть «да». Но с другой стороны, обжегшись на молоке, на воду начинаешь дуть, и если мы вспомним другие страшные трагедии, которые происходили у нас с вами в стране, тот же взрыв Шеремета, например,
Тот же взрыв Максима Шаповала, когда говорили, все, мы сейчас всех быстро вот найдем, всех накажем, всех посадим. С Павлом Шереметом работали вместе с представителями Соединенных Штатов Америки, если не ошибаюсь, тогда наши спецслужбы работали вместе с ФБР. Президент собирал действующий гарант Конституции у себя совещание, где были СБУшники, МВД, генеральный прокурор, ставили четкие задачи, было обещано, что мы его раскроем. И я понимаю, есть объективные факты, которые не позволяют раскрыть дело. Но опять же, потом, когда журналисты находят фактаж, который лежит, по большому счету, на поверхности, а правоохранители все равно не пользуются, это в первую очередь представители спецслужб не пользуются этим фактажом. И как минимум питания у нас возникают. Возникают вопросы, да. То есть мы не можем кого-то обвинить, мы не следствие и не суд, но хотелось бы понимать, почему это происходит так. Потому что, проще всего сказать, что нету фактажа. То, что говорит сегодня генеральный прокурор. Поэтому нету фактажа. Но если есть такие обвинения, тем более они-то звучат в публичной плоскости. Мы же все помним, что все, что сказано в СМИ, фактически является заявлением о преступлении. И я думаю, что и с моральной, и с юридической точки было бы правильно, если бы следствие уделило чуть больше внимания таким заявлениям. А еще правильнее было бы, если бы следствие само вникало, возможно, чуть глубже. Может, я, конечно, і не прав, але мені почому-то так кажеться. Давайте все ж таки цю справу залишимо слідству. Будемо сподіватися, як ви і сказали, що вона буде максимально прозорою. Щодо другого судового процесу стосовно Уляни Супрун, тут, певно, що політики набагато більше. Тут сплошна політика. И ситуация, слава богу, не такая трагическая, но не менее резонансная. Да, однозначно. Радикалы, которые подали в суд на Супрун, они будут это использовать в своей политической риторике. Но справедливости ради, Ульяна Супрун в рамках судебного разбирательства не ответила на вопрос, есть ли у нее двойное гражданство. Мне, например, не очень кажется правильным, когда человек, получив украинское гражданство, смотрите, мы можем провести аналогию с многими реформаторами, которые у нас занимали те или иные посты. Им президент давал в способ, который в определенной степени нарушает процедуру и не прописан в Конституции, он давал им... Але президент має на це имеет право, так? Да. Но были, да, абсолютно верно. Пришвидшену он процедуру. Предоставлял им гражданство. После того, как они переставали работать, они благополучно возвращались в свою страну со своим паспортом. Когда мы говорим о том, выходит, что люди не відмовлялися від другого громадянства, вони мали. И сегодня, когда идет прямой вопрос к Супрун о том, как вы пересекали границу, с каким паспортом? Она відповідає, що за українським. Нет. Вы бачили іншу відповідь? Я видел другую. Я не видел, я слышал другую и видел другой ответ, который был следующим. Я пересекала, у меня есть украинское гражданство или что-то такое. Можем поднять, посмотреть, и наши телезрители тоже. То есть это уход от ответа. И она не говорит, что она пересекала, а по большому счету это же не проблема. Можно обратиться в погранслужбу, они четко скажут, с каким паспортом Ульяна Супрун пересекала границу. Я думаю, что я могу поспорить со многими на то, что пересекала она с паспортом гражданина Соединенных Штатов Америки. Але маючи український паспорт, могла і за українським, це не виключає наявність неї американського. Я думаю, что тогда бы она ответила, что я пересекала украинскую границу с украинским паспортом, вот у меня отметки. І давайте знімемо любі інсинуації. Чи правильно я розумію, що ваші слова, і ви погоджуєтеся, що підстави були достатні і адекватні для того, щоб... Я вважаю, що з моральної точки зрення, я не розділяю той оптимізм, який висказують багато колеги по поводу реформ, які проводить Супрун. Да, мабуть, є щось позитивне, але, на мій взгляд, негативних аспектів в цьому процесі гораздо більше. Я можу ошибатися. Мнение медиков, с которыми мне доводилось общаться, во многом совпадает с моим. И, к сожалению, побывав тут тоже в украинских больницах районного уровня, я особых реформ не заметил. И по ряду вопросов я могу дискутировать и, наверное, говорить, что там, мягко говоря, не все хорошо. Але те, що закидають Уляні Супрун. Но то, что сегодня показывает это разбирательство,
с моральной точки зрения, я считаю это поведение не очень правильным. А с точки зрения законов Украины, где написано, что он должен быть гражданином Украины. Понимаете, у нас двойные стандарты. Когда одних мы лишаем гражданства, Артеменко, если я не ошибаюсь, мы лишили, да, гражданства, потому что у него, он был народным депутатом, два гражданства, пожалуйста, до свидания. Очень долго возмущались и выступали по поводу двойного гражданства Насирова. Так? А Супрун можно. Это, ну, где написано? Всем нельзя, а с двойным гражданством, если у тебя чи есть паспорт... Чи не будет это выбирковым правосудием? Абсолютно чи верно. Кто-то стать першим? Абсолютно верно. Я считаю, что этот вопрос не совсем должен рассматривать суд. Тут тоже много коллизий. Потому что возникают вопросы к суду. Это не, я не уверен, что это их компетенция в том объеме, в котором этот вопрос там рассматривался. Но с точки зрения того, что реформами в государстве занимается человек, или делает вид, что занимается человек, который не ценит украинское гражданство и фактически относится к нему по остаточному принципу, у меня вызывает определенные опасения. Я сторонник того, чтобы было много экспертов, которые будут консультировать, советовать, помогать, как реформировать наше государство. Но мне почему-то кажется, что реформировать нашу страну могут все-таки наши люди. Потому что именно им тут жить и именно их детям здесь строить будущее. Когда мне начинают рассказывать о том, что я очень сильно люблю эту страну, но мои дети родились в Штатах и получили американское, британское, французское, германское, немецкое или какое-либо другое гражданство, у меня, например, возникает вопрос. Если ты что-то хочешь сделать в этой стране, а твои дети родились или учатся за границей и не планируют возвращаться, то, может быть, как-то не так ти її реформуєш. Пане Дмитре, і все ж таки, в нас наразі триває медична реформа, в нас попереду вибори, і так чи інакше уряд буде змінюватися. На сьогоднішній день і прем'єр, і президент, вони підтримали Уляну Супрун, стали на її бік. Політично, як краще вийти з цієї ситуації? Я вообще, если честно, не совсем понимаю вот этот весь сыр-бор по поводу того, вот нету Супрун, у нас нету медикаментів. Я желаю здоровья многих лет жизни бывшему исполняющему обязанности министра охраны здоровья. Ну а если она заболела и ушла на больничный, у нас как министерство работать будет? Все перестанет, то есть всем ложись и умирай. В конкретной персонале вы проблемы не бачите? Я не понимаю, но опять же, может много что произойти. У нас вон с прошлым президентом произошла история, что он слегка в соседнее государство уехал, назовем это так. Ничего, государство дальше живет. Да, были там тяжелые моменты, ничего, отстроились, еще и воюем. И защищаем свою страну. Поэтому говорить о том, что у нас все министерство и все здравоохранение уперлось в одного чиновника, и то, который фактически полуофициально занимает свое место. Потому что говорить о том, что она полноценный министр, естественно, не приходится. Она не назначена. За нее парламент не голосовал. Хотя есть такая процедура. За такой промежуток времени. Поэтому, ну, как-то, я думаю, что это очень напоминает определенные манипуляции. А то, что это будут использовать в политических целях, однозначно. Владимир Борисович Гройсман, он давно является сторонником Ульяны Супрун, и тут ничего нового я не увидел. С учетом достаточно неплохих связей, которыми обладает семья Супрун в Штатах, мне понятна и позиция президента. Я сейчас говорю сугубо с политической точки зрения, потому что, имея позитивно настроенные группы в Штатах, которые могут лоббировать в хорошем смысле этого слова интересы в преддверии избирательной кампании, это тоже, естественно, позитив. Но я думаю, что мы преувеличиваем ту проблему, с которой сегодня столкнулись, как минимум в государственном масштабе. Но если говорить, власне, про выборчик кампанію і от, власне, наскільки пов'язані ці речі. Деякі експерти говорять, що будь-які кадрові рішення, зокрема і такі резонансні, вони будуть напряму пов'язані із тим, чи надасть це електоральних балів. Ви згодні із цим і чи багато таких крісел, які можуть захитатися чим ближче до виборів? Абсолютно. У нас, к сожалению, от якщо ми беремо діючу політику, у нас все, що не відбувається в государстві, і якщо там нічого не поміняється після 31 марта, все залишиться в тих условиях, в яких є на сегодня, то ближайшие два года мы с вами будем жить в режиме выборы нон-стоп. Потому что политики старой закалки, они привыкли к тому,
что, входя в избирательный процесс, я напоминаю, у нас избирательный процесс следующий. Весна – выборы президента, осень – выборы парламента, следующий год – местные выборы. Они знают, что нужно делать не хорошо, а так, чтобы за них проголосовали. Реформы – это всегда нехорошо, это больно. Другой вопрос, что эти реформы надо было делать в 2015 году, чтобы сегодня было легче. А когда они делались или делались очень плавно, мягко и не очень эффективно, вот, делать их сегодня, получая негатив в преддверии избирательной кампании, это не то, что навряд ли, на это просто никто не пойдет. Им хватит и газа, вот, и тарифов, и всего остального. Тут бы с этим разобраться. А вы говорите о каких-то других телодвижениях. Если мы говорим про кадровый аспект, действительно он может быть использован как одна из технологий, когда найдут кого-то, кого назначат главным ответственным за провал всего. Вот, и красиво будут увольнять. Этим, опять же, вот в рамках того, что у нас в последнее время происходит в информационном пространстве, не гнушается президент страны-агрессора. Да? И вот у нас много каких-то странных параллелей проходит с тем, что происходило раньше в России, теперь это начинает происходить у отдельных кандидатов в Украине. А вот, мне не совсем понятен этот процесс, но окей, видимо, коллегам, которые там трудятся, чуть-чуть виднее. Так вот, такие показательные порки – это один из механизмов, которые используются. Но насколько он будет использоваться сегодня, насколько он может быть эффективен, потому что можно качнуть этот стульчик, эта ножка отломается, и весь этот колосс на глиняных ногах может упасть. Тут не перестараться. Да, тут, видимо, им стоит посоветовать не перестараться, но, опять же, у нас умеют с плеча рубить, а потом не знают, что с этим рубить делать. Посмотрим. Но, опять же, история с Супруниным – это немножко другая история. Это больше с технологической точки зрения эту историю будут использовать оппозиционеры, в том числе те политические силы, которые себя называют оппозиционерами, те же радикалы. А те, кто стал на ее сторону, будут использовать больше теневую составляющую, нежели публичную политику. Пане Дмитре, ну і в цілому хотілося почути вашу оцінку виборчої кампанії. Чи перейшли ми вже в найгарячішу її фазу? Які тенденції бачите? Чи є щось незвичне? Ну, ми в цю фазу перейшли вже давно. Ми знаходимося в горячей фазе избирательной кампании, и накал будет только расти. Очень много грязи, очень много технологий, которые однозначно, притом, возможно, дай бог, чтобы я ошибался, это одна из самых грязных кампаний, особенно с учетом того, что появились политики внесистемные, и сегодня вся система, знаете, так пытается с ними бороться. Вот, воспринимая их как вирус, который рано или поздно эту систему все-таки убьет и наведет в ней порядок. И что самое важное, обществу это действительно нужно, особенно если мы смотрим на ту социологию, которая есть, то так называемые системные политики, они находятся на втором, на третьем месте, очень сильно отстают, ну вот если брать последнюю социологию, отстают на 10 пунктов от лидера гонки, который пришел в общение с политики, которому рассказывали, что это не его дело там, становиться президентом. Ну дело может и не его, а вот избиратель, судя по всему, видит это по-другому. Поэтому поживем, посмотрим. Попереду броду еще багато? Очень. Очень много, притом сейчас используются технологии, ну, это даже технологиями назвать нельзя, это ушаты грязи и другой коричневой жидкости, притом это абсолютно не шоколад, которые выливаются и еще тонны заготавливаются. На суспильство це діє, на виборця? Да, как видите, только в обратную сторону. То есть, наконец-то начинает украинский избиратель трезветь, становиться умнее и понимать, где его хотят облапошить. Меж строк так читать. Да. Нет, тут не надо, тут надо просто выгрестись из этого всего, что на тебя вылили, и пойти сделать правильный выбор. Дякую за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Спасибо. Дмитро Разумков, політичний експерт, був гостем парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.